Вскоре в школах стартует последняя четверть учебного года. Для учащихся 9 и 11 классов ее окончание – время государственной итоговой аттестации. Это серьезное испытание, и оно, конечно, требует ответственного подхода. И все-таки выпускникам нужно подходить к этому времени без лишнего эмоционального напряжения. Для того, чтобы сформировать у старшеклассников положительный образ государственной итоговой аттестации, уменьшить волнение и усилить интерес к профессиональной ориентации и осознанному выбору профессии, в нашем районе впервые был проведен фестиваль школьных спектаклей «Живем интересно, сдаем геочестно». Вся технология проведения государственных экзаменов, она честная, она открытая, она прозрачная. И вот сегодня ребята в таких нетрадиционных формах, интересных, сценических, театральных, нам расскажут о том, что государственную итоговую аттестацию нужно сдавать честно, нужно показать то, все те знания, которые ты приобрел в школе. И тогда результат будет объективный. И тогда с этим результатом выпускники 11 классов смогут исполнить свою мечту, поступить в высшее учебное заведение. 28 школ города и района приняли участие в этом интересном мероприятии. Всех собравшихся приветствовала председатель Славянской районной организации профсоюза работников образования Зинаида Колотенко. Сегодня Международный день театра. Наверное, поэтому у нас сегодня фестиваль школьных спектаклей, с чем я вас и поздравляю. Я вам желаю успеха, я вам желаю победы. Каждая школа представила на суд зрителей и взыскательного жюри свой мини-спектакль, который мотивировал учащихся на подготовку и честную сдачу экзаменов. Форма представления была у всех различной. Показывались сценки с участием юных актеров, читались со сцены стихи, были танцевальные выступления и, конечно, песни. ЕГЭ, ты нас научил готовиться к тестам серьезно. Мы знания свои применим, и с трудностью справимся просто. Наиболее ярко и убедительно выступили артисты 19-й школы из хутора Коржевского. Они набрали максимальное количество баллов и стали победителями фестиваля. ЕГЭ, как много в этом слове, для сердца казака слилось. И для учительского, и для родительского. Готовы сами летом, а ЕГЭ с первого класса. Уж мы-то знаем, ЕГЭ во многом определяет наш завтрашний день. ЕГЭ – это наш путь к успеху. ЕГЭ – это дорога в будущее. В числе лауреатов 4-й лицей, а также 23-я, 25-я и 28-я школы. В выигрыше были все участники фестиваля школьных спектаклей, поскольку этот праздник творчества подзарядил их энергией, позволил проявиться талантом, ну и, конечно же, помог настроиться на успешную сдачу экзаменов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».